Всем привет! С вами ваш Робо Пингвин или же Борислав. Что ж, ребятки, фух, я наконец-то вернулся. Проходим Дум. Да пройдем точнее Дум. Ну, продолжим с того же места, на котором мы выбрались из ада. Мы вернулись на Марс. Сейчас надо дойти уже до... Думаю, я не знаю насчет того, что будет ли это, точнее, ребятки, серия последней. Ага, тут был портал. Блин, я уже отвык от этой игры, если честно. Это я скоро. Так, что у меня? Рельса. Ну, давайте с двухточкой. Патроши есть. На контрол, кида, гранату, помним. А, нет, и еще на вот писашку. Ну, вот это. На средних номерах. Так, сравнять, задачиться. Наверх. Поднялся, молодец. Воин Рока. Ага. Мне очень непривычно, что он на Shift начинает ходить, а не бегать. Если честно, я даже не понимаю, для чего это было сделано. Похоже, кстати, на ящик с патронами. Так, сюда нельзя. А вот туда можно. Опа, секретку я... Так, тут... О, оригинальная фигурка типа. О, топливо... А, модель карты... А, нет. Ну, еще я и топливо для бензобилы нашел. Мне бы промодифицировать бензу. Так, я могу сейчас... Не, я долечу вниз, да. А я даже не знаю, куда мне сейчас. Либо мне сейчас вот туда вот вниз, либо... Ой! Я вернулся, начал хорош. Ну, мне либо сейчас реально вот туда вот вниз прыгнуть, куда я сейчас увидел, ребят, либо мне наверх. То есть мы сейчас сюда пошли, я пытался залететь сюда, но я тут немного не рассчитал, за счет чего я упал вниз. Сюда. Так, а там подожди, дорога есть, что? А, нет, тут ничего не показалось. Есть. А тут. Ага. Сюда. И сюда. Ну мы как минимум. Так. А он допрыгнет? Сказал я. О, я еще нужно вместе. Сюда не я. Как ми. Демоны пол. Ну я по ним стреляю. Их можно, я могу их убить. Так, а куда мы тут? Ага, вниз. Я что-то слышу. Кого ты еще? А, вон, кстати, задание. Я думал, мы сейчас к нему. О, бэйби. Так, ну, патроны это броня, это патрианский жетон. Всё, через давайте. Ого. Через капс. Я сейчас на капс нажал. Хороший день. Что-то я нажал. Я не знаю, на что ты нажал, но получилось. Так, модификация оружия. У меня трешечка. Надо, по сути, сейчас любое прокачать. Невосприимчивость к взрыву урона бочек, возможно. Автопипер для исследования, возможно. О! Увеличить количество зарядов снаряжения. Это увеличение гранат. Типа, больше гранат неплохо. Это я понял, что это. Вот эти разные субглосты, которые на уровне лежат. Ну, я это вообще не качал. Ну ладно, давай, согласен. Тут уже есть смысл отчасти. Так, а бронюшечку. Так, туда мы, конечно же, не пойдем. Мы пойдем в ту сторону. Че, вы слышали это? Ой, фильм. Так, давайте проглянем быстро, что тут есть. Может, тут что-то валяется, пасхалочка, что-то. Я вижу, что сюда надо нажать. О, я же говорю, что-то лежит. Хе. Я всегда. Мне надо глаз. Так, я вошел.
Блин, нет, я вошел оттуда. Сюда. Я не изучаю, просто шифрую. В личной лаборатории Оливии есть артефакт, который мы изучаем уже долгие годы. Я думаю, он даст вам те ответы, которые вы ищете. Надеемся. На нем ваш знак. Личная лаборатория Оливии не указана в базе данных комплекса. Чтобы найти ее, вам понадобится доступ уровня Альфа. Готово. Доступ к комплексу «Лазарь» есть в северном секторе особого исследовательского комплекса. До него километров 80. Я включу питание поезда, чтобы вы доехали туда. Но для поездки вам понадобится корпоративная карта доступа УАК. Рядом есть пост охраны. Понял, шеф. Кидай, сейчас тут шус. Слишком предсказуемо, что это шус будет сейчас открыто. Вот это мус! Это что, heavy metal, что ли? Мне нравится. Есть, подобрал, а нет. Так, там есть хилка, надо сейчас попробовать ее достать. Хорош! Вот, во-первых, что-то походу новый музон какой-то. Кстати, я мог воспользоваться своим пулеметом, но я им не воспользовался. Блин, и главное, сам прикол, чтобы вы понимали, это для него сейчас патроны. Ну вот это сейчас хорош был. Драйв. Ну вот столько мог. Так, зачем мне вниз или куда? 2-3. Просто пытаюсь понять, куда мне хотя бы идти. Тут уже. Да, то что противников. Ну просто под конец игры, под сложность уже пошло количество противников. Не знаю, это хорошо или плохо. Сдохни! Ресас, извини, я не хотел. Я даже на них патроны тратить не буду, мисс. О, новая добивашка! Походу это есть их стеночки поджать. А мне это нравится. О, бронюшка. Патроны есть? А есть? Нет. Чё это? Это какие-то... А, это ракеты. Не, ну, мне вверх. Мне вверх. Ну, технические... Сейчас. Так. Где выполнение задания? Я его только что видел, только что потерял. Тут нет. Угу, вот оно. То есть техни...
электрические... А, не, я сюда не залезу, подожди. Я сюда не залезу, скорее всего. Вон я вижу броню и хилку, вон там. Это я... Ну, зеленое и синее. Просто, а как я туда... А как я сюда залезу? Там-то и прикол, что вопрос, как я залезу назад. А тут через верх, может, как-то можно. Я сейчас проверю. Да, вот тут вот можно, кстати. Да, тут выше током не залезешь. Те, кто пришел перед вами и с кем вы работаете, ой, рядом, трудятся ради... О, это хорошо. Лишним ничего не бывает. И надо исследовать. Или... Так, а что здесь за задание? Но зато хилкой туда аж я не буду идти далеко. Не вижу смысла. Так. Дробовичок. Ну, супер дробовик, уж простите, слово. Соберите все 15 отсветителей до 7. А вот это интересно. Рун, которая выпадает. Так, как я понял, я должен что-то собрать и к алтарю кинуть. Я не знаю, это как... Ну, с расчетом того, что у меня еще будет оружие, я это буду добывать при помощи... Так. А, вот эти. А, это легкая миссия. То есть сейчас на этих... На этих... Блин, в миллиметре! Хорош! Я вроде четко все сделал. Давайте я прям... Лишний прыжок, я понял. А нафига мне здесь дробовик? Подожди, я попробую. У меня есть просто одно предположение, что я могу подбирать их дробовиком. Нет. Ну ладно. За каждую реликвию мне дается секунда. Как мне бежать быстрее? Я не понимаю прикол оружия. Чем оно? О. Я как и думал. Тут оно просто... А, ну тут и не нужно. Чё? Я где-то пропустил! Где? В прошлый раз я собрал 14, у меня осталось... Я где-то пропустил, и я не заметил? Что? Давайте еще раз, ребят. Я не понял. А где я пропустил? У меня есть, конечно, предположение одного места. Сначала тут я уже... Я не понимаю. Тут, по сути, по бокам нету. Вот эта колонна идет, она спереди и сзади. Я подбираю сначала эту, отбегаю, беру ее и прыгаю и дальше. Но какую-то я не собрал. Какую? Типа, хорошо, я попробую сейчас обернуться назад. Интересно. Ну, типа, может, тут что-то есть. Ай. Ну, блин, но... Ладно, умирай. Я время потратил. 15 предметов, я как бы понимаю.
каждый предмет при сборе дает секунду. Правильно, 15 предметов, 15 секунд. И мне еще дают 16 секунд общего времени. Вот я не знаю, какую я в прошлый раз не собрал. Вот, чтобы вы понимали, я так и не понял. Но я понял сейчас, куда мне идти, но окей, сейчас посмотрим. Ну, в чем прикол этих заданий, испытаний выполнять? Просто больше потом можно их поставить себе в... Просто открывается за количество... Ой, простите. За количество открывается количество слотов. У меня уже 3-5. 3 слота за 7. Так, вот это, кстати, я выполнил. Вот это я в процессе. Собрать 50. Тут прикол в том, что выполняешь руны, и она тебе дает буст. То есть здесь увеличение радиус поглощения всего, что выпадает. Здесь количество боезапасов, получаемое от демона. Здесь сама снаряга становится эффективнее. То есть это вот эти модификации, как я в всяком случае понял. Здесь зверский убийство выполняя и... И просто после выполнения зверского убийства мы впадаем вот эту в свирепость, как бы в буст ярость. Ну, тут ладно. Пока так оставим. Я их выполняю. Подожди, куда? Ага. Сюда, если. Мне во всяком случае. Те, кто пришел перед вами, и с кем вы работаете рядом, трудятся ради одной цели. Приблизить новую цель человечества. Я знаю, что тут противник. О, броня. И патроны. И хилка. Это обычно означает, что сейчас будет мясо. Когда что-то такое дают, обычно всегда да. О, новый демон! Это еще. Прикольно, почему? Прикольно, зверушка. С гранат? На. Супер. А тебе что, пофиг на кто придробовит? Ему как будто такое ощущение, что пофиг. А, все, я убил. Пинки. А это пинки демон! Ага, понял, спасибо. Теперь знаю, куда тебе стреляют. Еще пинки. Пинки. Кис. А, правильно, я теперь понял, почему в прямом месте. Мне же надо было несколько убийств. Где ты? Хорош! Он куда-то пошел! Я его, короче, развернул выстрелами. Он куда-то пошел. О. Еще брони бы дали. О, испытание пройдено. Кстати, а что у меня за испытание сейчас? Они где-то должны. О, у меня модификатор оружия открылся. Нет, точнее, очки, как. Вот. Убейте 5 демонов бензопилой. Убить летающего ревенанта. А, в полете ревенанта убить. Это не сложно. Давайте оружие прокачаем. Так, за 2. Я либо прицел тут качаю. Тут я... Так, это понятно. Здесь. Жаль, не хватает. Здесь еще вторая модификация не открыта. Здесь 0 модификаций. Здесь нет. Здесь нет. Пистик! Ага, понял. Вот эти патроны используются в обоих. Ну да, тут как бы, то есть рельс, тут, например, 2 дробовика используют один патрон, у них общий боезапас. Пулемет, вот это, трещотка и рельса используют один патрон. Ну, понятно. Пулемет и пулемет. Это еще что? Голограмма. Как переключаться? Подожди, а куда мне? А, это карта! Точно, я думаю, что это. Так, нам сюда, ну, что-то есть. Сюда нужно?
Ага, шлюзы 50, ну-ка, потом откроется. Я просто проверяю, какое у меня... Так, это Пинки. Он... человечка, который мне нужен. Он куда-то понял. А, тот шлюз. Похоже, этот демон забрал вашу ключ-карту. Нужно ее найти. Без допуска вы не попадете к поезду. Четырехкратный. Ну, было задание. Рельсой просто было быстрее его сейчас убивать. Вот КТ-шка. Опа, хорош. Я чуть это не пропустил. Решил тут проверить, побегать. Вот, ребятки. Так, у меня уже 2 очка, но здесь, ну, здесь надо 3. Быстрее хватайте за уступ, интересно. Мне бы вот это прокачать бы. Я кучу... Да, по сути, очень много разных... Я, по сути, вот модификации пропускаю. Подожди, стоп, что? Что? Тут еще что-то есть. Либо оно показывает, что... Это вот это показывает, да? Да. Я уже подумал, оно еще что-то показывает. Так, дробовик у меня уже все. Ну, давайте ракетницы. Ракетницы очень редко... Так, мне сюда, подожди, если мне... Так, мне в эту сторону, а там снизу тогда что? Вот, вот. Нет, нет! Подожди, блин, в чем прикол? Я отсюда пришел? Да, я отсюда пришел. Там броня... А, то есть я сейчас не спущусь, там броню можно подобрать. Спускаемся, мне что-то кажется, что тут неспроста можно вниз сойти, только за броней. А, вот! Вот, вот эта хилка с этим. Вот я к этому и пришел. Хорош. Но кто, я не пойду. Я изучаю просто, чтобы... Просто я пытаюсь понять, есть ли мне смысл сейчас вниз идти, и я смогу ли вернуться. Но тут куча подпрыжек, которые меня вверх кидают, поэтому... Думаю, смогу вернуться. Ведь я сейчас заберу... Подожди, а где я сейчас? Мне... Ну, мне надо собрать такого человечка. А, это... Вот это я не знаю, что это я понял. А, это... Не говорите, что это аргент ячейки. Как-то много на уровень. Аргент ячейку пропустил в этом месте? Нет. Я не знаю, что... Не, подожди, сейчас это... Господи, тут я... Аргент ячейка как раз прокачивает мне костюм. Ну, что здесь? А тут ничего. Ну я... Твою ж... Я люблю в играх идти в противоположную сторону от той стороны, которая мне нужна. Ну, так как это очень интересно и увлекательно. Так, это уже как... Контрольная точка. А, мне только меч. Хорошо. Я беру ракетницу, опять же. И вниз. И опять же так же. Я хочу броню собрать. Ну,
ребят, есть смысл. Просто сейчас опять за хилкой вернусь и за броней вернусь. Мне броня нужна, мне хилка нужна. А насчет патронов только просто такой. Они нужны, раз подбираемся. Но хп лишним не будет, ну согласен. Так, давайте посмотрим, что у нас там. Там у нас броня, патроны для дробовика и все. Я просто это немножко по-другому смотрю, поэтому мне приходится к экрану приблизиться. Я вот подъезжаю, так сказать, головой. А если я выше прыгну? Там, кстати, еще броня. Сейчас пособираю броню, чисто чтобы... Мне кажется, тут это все так раскинуто неспроста, потому что там, где куда мне надо, там очень много противников. Я их просто увидел. Ну, я поэтому их... Так, я сейчас перешел в другое место. Да-да-да-да. А, тут несколько. Блин, зачем я сюда пошел? Ради чего-то. Тут должно быть что-то вкусненькое. Просто так? Ну просто так их бы тут бы не было, этих демонов, если... Я назад вернулся! Хорош! Я круг, ребят, чтобы вы понимали, я сейчас сделал круг. Хорош. Боря, ну ты, конечно... О, зато очко улучшения. Тоже профи. Ну я реально, я просто сделал круг. Ладно. Так, у меня есть зато очко улучшения. Это на прокачку оружия, да-да-да. Но зато... Ну вот я не знаю, но... То есть там, где хочу, тут, блин, закрыто. А это... Не. Патронов мало. Ой, не пугайте меня. Где нормально? Всё. Нет, он жив. Иначе музыка бы закончилась. Эй! Он меня... Он от меня... Хорош! Понял, к ней на близкую дистанцию не подходить. Ладно. А, блин, а вниз спуститься теперь. А все равно остается смысл пойти вниз. Окей, подбираю это... Все, зато и брони уже не пойду. Ну, я не вижу смысла это петлять туда-сюда. Там есть смысл подобрать чуть больше брони. Кстати, вот, мячечек с боезапасом, что, кстати, профит. Но я, если честно, не понимаю, что мне там делать. Я сейчас только там на... Подожди. Что это? Это что-то синее. Я не понимаю. Хорош. Я секрет нашел, ребят. И не зря. Это какая-то...
Честно, это какая... Блин, это, я даже не знаю, это аптечка... Даже чем-то мне какую-то игру напомнила. С какой-то подобной какой-то игре, может быть, я такую... Я аптечку даже и видел. А? Блин, куча было брони, куча хп, а теперь по нулям. Хардкор. И вот я сюда пришел. Не знаю, вот был ли смысл. Ну окей, прикольно, пасхалка. Ну не пасхалка, но мне кажется, вот эта хилка, которую они там показали, но она точно, она из другой игры как будто. Или это как будто пасхалка на фильм какой-то. Ну не знаю, но... Точно я где-то такое, именно такой тип хилки, как бы... Мне что-то на... Ну, из какой-то игры как будто напомнил, но я не могу сказать, где и как. Реально не помню. Если, может, вы узнали... Блин, капец. Просто впритык три атаки, я даже выстрелить не успел. Это... То есть, ради вот этого я спускаюсь на вот такое. Ага, я здесь внизу. Хорош, контрольная точка после этого. А я туда допрыгнуть могу? Не, слишком далеко. Не так. Так, скрыть. Придется сейчас прорываться. А, вот эти крылья. Я могу, кстати, да. С удобной позиции я могу обстрелять это как и демонов. Все. Они это и представляют мне сейчас угрозу, отчасти. Остальные будут умереть. Сейчас головы главное вертеть. Че ты орешь? О, хорош. Много выдал. Где? Сверху? Да нет, по звукам не сверху. Аптечка и бронях прекрасно. А, это как раз те, что я вот там вот видел сдаля. А, это ой, самый мой нелюбимый противник. Сердце тебе в глоточку. Блин, тут берсерк был! Ай, ё-моё! Тут, ребят, вот эта штука красная, типа, это берсерк. Я мог сейчас их развалить на изи в рукопашку. И типа, при берсерке я просто типа... И просто я их руками разваливаю. Ну... Обидно, я мог подобрать сейчас. Я просто не увидел, что здесь есть берсерк. Я бы, ну, я бы их развалил из берсерка. Просто, да, реально на изи. Ладно, его подберу, чтобы он не валялся зря. А может, я, кстати, туда сейчас успею набрать. Нет, с берсерком я тут... Так, это назад путь, я помню. Ну, окей, как бы прикольно, секретку интересную нашли. Опа, патроны. Или это уже активно?
Нет, там некоторых патронов не хватает. О! Собрать боеприпасы, что ли? Так, давай поменяем. Так. Раз, у тебя. Так, а что у меня по... я могу... У меня 3 жетона, я могу костюм качать. Дальше. Так, и тут последнее. Невосприимчивость к взрывам. Это вот, кстати, вот это вот, наверное, мне кажется, самое интересное. Здесь количество гранат просто поднимается. А здесь время... Ну давай-ка сканер, мне кажется. А ну. А там. Нифига себе. Подожди. Немножко. Вон там трон дальше будет. И еще пасхалку вижу в виде куклы. И парочку таких штучек. Да, теперь это больше всего. Но тут дальше как раз, куда мне надо. Я как раз могу еще. Там вот этот дрон, который дает прокачку оружия. Просто так эти книги. Не кричите. О, ну, ладно, про нее подберу. Выбираем оружие. А и вывалим. Хорош. Эви, привет. Блин, а что с тобой? Ты же куда? Ты что? Друг, ты не туда пошел? Не, ревесту я не буду использовать. А вот супер дроп можно. Вот, я знал, что он много дамажит, но не настолько же много. Ай, ну гё! Ну вот как так я приземлился в противника? Да уйди ты! Ну, эй! Ну как так ты спам? Как будто такое ощущение, как будто спавнишься. И дабл-прыжок не работает. Ну что за прикол? Так, пожалуйста, давайте я тут прошел, у меня контрольная точка вроде загорелась. Тут контрольная точка. Да не слышно. Там ничего не слышно. Тут надо побегать сейчас. Побегать, посмотри. Меня аж бомбит уже. Да, много на акации, туда-сюда. Да-да-да, я знаю, ребят. Но зато мы поисследовали, нашли секретку интересную. А, тут уже контрольная точка после того, как я эту секретку подавал, все такое, поэтому... Куда я пойду? Блин, хилку там. Там хилка будет. Блин, я там сейчас мог что-то пособирать, мне что-то кажется. Ладно, уже, реально уже всё. А, стоп, ящик. О. Ревик, академон, кто там? Я птахи. Надо мелочь убить. Чисто потому что мне. Ревенант еще в конце. Ой, это новая добивашка на Ревика. Я ее еще не видел. Нет! А, так вот оно как. То есть, если как демон приближается, он кусает и убивает. То есть, тут вообще... Ну блин, а чё я его столько всадил, а ему как будто хоть бы хны. Ладно, вот там, да, я пропустил вот это, вот эту бронюшку с хил. А, то есть брони тут теперь нету, но хилка есть. Хорош, обида. Ну блин, ну. Один ревенант, парочку этих демонов, необычных, плюс 2 как демона. Это вроде все. Блин, начинает сбивать. Дистанцию.
Я могу вернуться на... О, топливо для бензопилы! Я его пропустил. Ну, а вот это уже хорошо. Как минимум КП, как максимум, это еще и патроны. Вот это вот я реально пропустил. А, вот тебе бронюшку пропустил. Ну, вот она. Тут чуть-чуть, конечно, но, как говорится, пускай будет и это. Ну, тоже. 12, оно чуть-чуть защитит. Надо ревенанта цопнуть быстрее, чем можно. Я бы очень быстро цопнуть ревенанта, чтобы он сдох. Ну, с этого вот так. О, теперь, ну, я себя чувствую получше чуть-чуть. Бронеюшка, да, на, вот реально, ревенанта убить и как академоном сразу заняться. Так, я сразу с мелочи начинаю их вот так вот экономно выносить. Так, раз. Два, уже как академон появился, я слышу. Ребят, давайте так. Очень много снял. Он снял сейчас... Если бы не... Так, второй кокодемон, я его уже слышу. А нет, тревик. Я его либо не добил, либо это новый. Нет. Я думал, я все. А-а-а! Пинки! Запрыгни! Пинки, пинки, пинки! Не пугаешь ты меня так. Заряда бензопилы. Блинский, я ж успел. Так, еще пару пинков. Ай, ладно, с пинками по проблем не будет. Мне в хвост стрелять это может. А, у меня гранаты есть. Самое интересное, что я не пользуюсь гранатой, ребят. Спасибо, я знаю. Чё тут броня-то пропала? Что за прикол? Может, забаговалась? Хз. Ну ладно, я знаю, где чуть-чуть. Ну, вот как о демонам, это вот что-то какие-то они сейчас... Это ж... Да, во-первых, живучие стали что-то слишком. Ну, это реально живучие какие-то. Столько зарядов и гранатомета, и этого всего, и... Ему хоть бы... Может, есть смысл сейчас пойти подобрать вот там броню? А, блин, это место туда-туда. А, далеко идти, короче. Кстати, тут есть что-то? Ну, блин, чудо, что-то заложить, ну ё. Вот так, ящик с патронами и... Ну, то, что некоторые патроны надо восполнить. То, что я убиваю мелочь с гранатомета, это на самом деле нормас. Вопрос, почему? Потому что, блин, с ними возиться я не вижу смысла другие патроны тратить. Они мне... Другие патроны мне пригодятся как раз-таки на... Ну, остальные братья. Теократия. Успел уже как один появился. Решил, блин, вылезти. Про кокодемона я помню. Я его уже даже слышу, если не ошибаюсь. Да, вон он. Патроны. Ну.
Это нет! Ой, я там не поднял! Хорош, вот, я думаю, что я забыл. И там на него, как я понял, 4 надо. У меня есть тут какой-то голографический проектор. Как его менять, я не знаю. Мне туда наверх надо. Там топливо для бензопилы. Честно. Очень. Вот оно, да. Что-то в этот раз я сейчас так тупо. Я все же не буду заходить. Кто пришел перед вами, и с кем вы работаете рядом, трудится. Сори, ребят, что тут так, конечно, но блин. Мне во-первых, прям мне тут тупо страшно становится. Они тут поддавить так начинают. Реально себя некомфортно начинаю ощущать. У меня 3 топлива. Таких вот надо там 4, на некоторых даже. На некоторых 4 и 5 надо. Топлива. И там просто демоны толстые, а я модификацию пылы еще почему-то не нашел. Я даже не знаю, с чего, ну как мне с ним, что мы с ним делаем, реально, что мы понимали. Да, я слышу. О, пятёня. Так, так, микрогранаты. А, кстати, я забыл модификациями этими пользоваться. Подрыв так и не использовал. Ладно, сейчас тут где-то вот дальше, тут будет, вон он робот, тут, вот ячейка. Вот он робот. А, вот еще куклы. А что вот? Походу это вот эти бусты. Я не знаю. Фух, ну КТ, ребят, КТ это уже нервы, я, блин. А я сейчас походу патроны, да, для рельсы подобрал. Куда ты полетел? Там двое. Я знаю, что мне сюда. Я думаю, надо вот с этим расправиться сначала. Я знаю, что с этим надо... А, о, это я пока оставлю.
Мне надо подняться наверх. Беги на меня! Беги ты на меня! Первый готов. Еще и барон тут. Тут еще одна бочка, иди сюда. А это этот! Я его боюсь. Он очень грозный на самом деле. Повезло, что он пока что один. Стрёмно. Пожалуйста, пускай он будет одним. Неплохо, неплохо. Бензопилу я не использовал, потому что забоялся ее юзать, поэтому я так без нее справился. Мне, я знаю, что мне карт-ключка нужна. Блин. Я хочу наверх. Это было успеть или как-то что-то. Ага! Поемчик. На один секрет, то есть кран это секрет. Хорош. О, наконец-то! Я еще модификацию нашел. Это этих дронов получается. Раз, три, пять. Пять еще. Ну нет, 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 осталось не пять, осталось четыре. Я могу, да, да, то есть я, если не ошибаюсь, ну типа, я если помню, она типа наводится, и я вот не помню, он стоит при этом, или очень медленно ходит. Вот, кстати, глушилка. Вот, ну, вот это я, вот это нет, а вот, это вот возможно, потому что на близких дистанциях я бы это вот использовал. Давайте рису прокачаем. Вот один из этих. Используйте активатор, чтобы зарядить мощный луч, пробивающий насквозь продвигающий. Насквозь передвигаться в осадном режиме нельзя. Давайте это помощнее возьмем. То есть пока я мне заряжаю, и он потом просто стреляет. Так. Не, как я понял. Может, давайте побегу сейчас еще по уровню, посмотрю, может где-то хилочку забыл. Есть какой-то. Так, отсюда я пришел. Так, окей. Ну ладно, я сейчас, наверное, патроны или и хилку я добуду вот этим. Когда у меня будет рядом со мной противник. Давайте оружку какую-нибудь достанем. А у меня патронов везде мало. Хорош. Ну. Хорош. Ну, я понял, мне сейчас за этим ключом, да, вот сюда. О, кстати. Эй, а ты что не работаешь? Он пошел туда, а я иду. Первый. На
Плюс на ревенанта. На, да, только ревенант жрет 3, блин. О, там секрет. Нет, это место в тот момент. И вот, вот это место. Да, я просто ошибся. Давай чуть-чуть. Уничтожьте из боевого дробовика все цели за отведенное время. Уровень здоровья здесь критически низок. Пользуйтесь броней, чтобы выжить. Количество целей 8. То есть у меня сейчас очень минималка будет хп. Я должен буду бег разного рода противники. Сейчас, понятное дело, будут, возможно, даже рыцари ада. Я надеюсь, барона не будет. С бароном это я хардбасность не долго буду проходить. Да, у меня один хп, я так и думал. А нет! Да, как и думал, эти все... Ой, я случайно на выход нажал. Так, рыцари все-таки здесь есть. Да, ну хорошо, кое-как. Подожди, ладно, давайте еще раз попробую. Ну, разок, наверное, максимум 2 попробую. Просто очень интересно. Кстати, у меня 6 модификаций оружия. У меня уже 6. Я уже могу что-то прокачать и что-то солидно прокачать. И плюс у меня открылась прокачка в рельсе. И я вижу смысл. Ну. Понятно. Я надеюсь, есть... Здесь вот реально баронов не будет, рыцарей. Не рыцарей достаточно, потому что... А за мной этот бегает. Не надо! Не надо, пожалуйста! Подожди, пинки. Пинки просто убить легко. Есть, хорош. Сделал. Ну, да, по сути, собрав броню и используя модификацию, я смог его убить. Ну, и просто я держался от него расстояние, дрался с ним в конце. И это я сделал правильно. Ну, с ним драка больше. Спасибо. Блицкрик какой-то. Тут... Ай, подожди, 7, а мне 6. Ну, ладно. Так, давайте посмотрим. Я могу наконец-то прокачивать. Во-первых, я открыл модификации для рельса, что плюс. Так. Чувствую это. Вот это будет смотреть. Так, за что я за троечку могу сейчас скачать хорошего за троечку? Только пиздец. А я с ним не стреляюсь, поэтому ничего. А подожди, себя. Ну, я аргонт ячейку, я как понял, я сейчас к аргонт ячейке подойду. Так, это я тебе. А, на маску. Стоп. Ну там что-то вниз. Я вот не знаю, может пойти туда вниз. Давай карту использую тут. Так, под низом меня есть лишь какие-то секретки. Секреток под низом меня нет, то есть туда спускаться нет смысла. То есть я буду сейчас долго возвращаться. Так как меня уже показывает карта секретки, это да, это помогает. Так, я шел сюда, мне сюда. Я знаю, я просто решил в эту сторону пройти, просто решил здесь. Блин, не знаю. О, кстати, давайте испробуем новую рельсу. Рельс. Хорош. О, мы на рельсе. Мы до него добрались. Подожди, а чем прикол, что сюда спустился? Подождите, я увидел пещеру. Вы ее видели? Я увидел сейчас там такое место, как пещерку. Чего? Ты запрыгнуть не можешь?
Да, все. Это секретка, по сути. Тут же, ну, я не помню, на какой селектор орудия. Еще ящик с боеприпасами. Очко улучшения. Подожди. А, везде тоже 6. Сокращение. Ну вот это понятно, что он заряжается. Заряжается очень долго. Подожди, а в чем прикол, что я сюда спустился? Я вообще сейчас не понимаю. Я сюда спустился. Подожди, а мне куда надо? Не туда надо. А я сейчас. Я уже даже не, ребят, чтобы понимали, я не понимаю, куда я сейчас. А, это место, которое я там видел. Все. Я типа спустился, подобрал броню и ХП. Это не было секреткой. Я думал, это секретка. Пещеру какую-то увидел. Ну, точнее, вон выступ, я его увидел там, когда прыгал. Ну, подумал, это какая-то пещера, секретка. О, кровящая. А, оказалось, просто тут так и надо было. Точнее, нет, но просто можно было спуститься за броней и хпшкой. Я еще встретил пару противников, взял очко прокачки и по финалу все. Так, не сюда. Куда-то. Так, ага. Ну я. Давай-ка я тебя убью вначале, чтобы ты мне сейчас не мешал. Мне ж надо двойное убийство делать. О, для бензопилы. Как монстр, как а демон. Хорош. Так, тут это. Бочки. Я ж смотрю, что тут есть. Так, и давай-ка. Новый рельс. Давайте массово используем на улице. Хочу проверить, что она себя может. Что она может мне дать. Ну там понятно. Энергия она тратит очень много, но зато урон. Она реально колоссальна. Вот на боссов я не знаю такую. На как и демонов надо 6 ракет. И все. Еще чуть-чуть. Ну куда тут все? Гранаточку. Этот ходит вокруг. Ага. Нормально. Я ж знал, что это ты. Я еще, кстати, ачивку почти за ближний бой выполнил, и я еще почти собрал больше патронов. Я знал, что Рельса его убьет, но она реально мощная, но она очень много энергии тратит. То есть она, да, она дает реально хорошую эффективность по урону, но жрет энергии этот луч очень много. Ну это понятно, я получаю, я получаю энергию. Я получаю кучу сильный мощный заряд, но жертвует это количеством энергии. А чё он сдох-то? Чё, типа, раскусить его не смог? Потому что, смотри, хвост у него целый. То есть вопрос, почему этот пинки демон сдох, это вот ответ реально хороший. Нельзя послать за ним команду.
Я руководитель этой корпорации. Вся ваша работа и открытие принадлежат так. мне. Он был моим еще до того, как вы его нашли. Да, они типа о нас говорят. О, ребятки, я думаю, уже сейчас уже будем заканчивать. Я думаю, конечно, мы уже близко к концу подойдем, но видим еще. Доступ предоставлен. Ну давай. Сейчас мы типа коротким путем. А, и мы сюда вниз падаем. И мы попадаем туда, куда нам надо. И тут где-то было. Ну давайте чуть-чуть. Я знаю, что уже чуть больше часа ролик где, но. Чуть-чуть дальше пройти все-таки. О, да. Все, ребят, на этом мы сегодня и остановимся. Что ж, ребят, всем спасибо, кто меня сегодня смотрел. Вам всем дабы лайк. Также, ребятки, не забудьте на меня подписываться, ставить лайки. Кому не понравилось, дизлайки, пишите комментарии. Также в описании будет ссылка на плейлист, группу ВКонтакте и мой Twitch-канал. Еще раз, всем спасибо, всем дабы лайк и всем пока. И также еще, ребятки, скажу насчет стримов. Вы думаете, у вас вопрос, будут ли они? Честно, думаю, будут, но пока что еще нет. Не знаю, когда, буду стараться. Насчет того, чтобы выводить себя на стримы в выходные дни. Просто я не знаю, буду ли я успевать записывать. Но, чтобы свои выходные стримить, мне надо записывать после работы. После работы я обычно прихожу поздно, уставшим и все такое. Но я, думаю, порешаю этот вопрос. Что ж, еще раз, всем спасибо. Всем добра и всем пока.